И всем привет, всем здравствуйте. Вижу, трансляция пошла, сейчас я ее просто еще пока не вижу. Я бы сказал, это долгожданный стрим, есть что рассказать, сейчас все расскажу. Прям сразу много информации в начале, да, почему бы и нет. Тем временем я отсылаю уведомление. Первое пошло, сейчас дальше. Так, сейчас, секундочку, буквально секундочку. И сюда, и сюда. А вот забыл, знаешь что? Забыл. Так, торопился. Все забыл. Открыть страницу с... Вот, Call of Duty серия игр. С чего начать, даже не знаю. Всем привет сразу, кто смотрит записи. Долгожданный стрим. Почему? Потому что Call of Duty на канале не было. Ну вот, если зайти там в плейлисты, даже в Call of Duty, на главной странице, 8 месяцев назад вторая, ну этот, как ее, VVII, вот так скажем. Хотел сказать то, что все прошлые части были как-то в будущем, вот это все. Ну вот забыл то, что мы играли в эту же VVII. Эту Call of Duty я купил еще, я не знаю, ну, уже в прошлом году. Кстати, первый стрим в году, получается, Call of Duty. Ну, в прошлом году хотел, конечно, это сделать, но купил давно я колду эту. Чуть-чуть побегал, все настроил. Я говорю, у меня есть тестовые стримы, где я бегал, тестил. И они прям давние, там, реально, там, 3 месяца или сколько там, 2 назад. Вчера еще раз чуть-чуть пробежался, посмотрел, все отстроил, настроил, звук, графон тогда еще отстроил давно. Не знаю, чат будет, не будет. Но все-таки, как это стрим, наверное, пускай будет чат. Пускай чат остается. Да, стрим не то, как мы... Бухаем, да? А игра... Да, и, кстати, последний игровой стрим был 21 числа, если я не ошибаюсь. Это Raft, пятая часть. Надо уже нам Raft допройти. 100% допройдем. В принципе, я вроде все рассказал. Все, как бы... Сейчас уже зайду в игру и как раз расскажу... Что я думаю про игру? 2,7 часа я наиграл. Хотя я дальше первой миссии никуда не убегал, нахуй. Дальше даже 5 минут геймплея первой миссии, вот так. То есть я все это время в менюшке игры сидел. Ну, в настройках там еще. И так далее. Последний выход, блядь. Не, мне не надо. Безопасном режиме. Очень, кстати, ресурсоемкая, да, говорят? Очень ресурсоемкая игра. Сейчас я покажу, как она выглядит. Это меню. Все, я думаю, пора нашу музыку вырубать. Steam менюшку закрывать. Конфигурация мышки, все четко стоит. Я бы сказал, это даже неожиданно. Может, даже кто-то и не верит, и не заходит на этот стрим. Ну, колда не всем интересна, это понятное дело. Надо хоть чат расчехлить. Да. Так, должна захватываться. 100% должна. Салам пополам.
Так, игра у нас... Может, она именно в этом меню не захватывается? Ладно, все, я вручную поставил. Должна. Да, все видно. Думал, куда вебку поставить. Чуть выше, чуть ниже, в самый угол. Посмотрел, как это выглядит с угла. Ну, как-то мне не понравилось. Поставил чуть повыше. Ну, и не посередине, типа. Ну, чуть в бок вот так. Чтобы геймплей был и все дела. То есть, визуальная игра очень интересная. Наравне с... Как ее... Бля, не помню, как она называется. Бля, чё я нажал, господи Иисусе. Всё, пиздец. Приехали. Не-н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 е. Заговорился и не то нажал. А, с графона я удивляюсь, как с... Сейчас скажу. Раз уж закрыл, да, привет. Привет, вот почему. Потому что давно я не играл, давно в планах. И вот эта игра именно. Потому что я ее даже купил. Сейчас. Приюшка уже все давно нарисована. Так, так, так. Как эта колда называлась? А, о, Advanced Warfare. Я очень удивился, когда ее увидел. То и умер мы, МБ. Делаю время, а потехи час. О! Так, ладно, перезаход. Ничего страшного. Не ту кнопку нажал. Меня Warzone не интересует. Это как раз-таки та часть, где есть Warzone. Warzone вообще сама по себе, ее можно отдельно скачать. Она бесплатная. Но она мне как-то не интересна. Вообще никак. Почему-то, не знаю. Сейчас, кстати, по звуку, я надеюсь, вы меня сориентируете. Немножко потише сделал, чем у меня стояло. Так, я надеюсь, игра запустится у нас без всяких приколов. Так, значит, не, без безопасного режима все. И сейчас... Поехали. Дай бог, чтобы у меня синий экран не въебал. А то, я говорю, игра очень затратная. То есть она видюху полностью хавает. Вижу, немножко кадров проебалось и проебывается в данный момент. Так, ну сейчас ровненько. Ладно. Сейчас проверим. Очень ресурсоемкая игра. Так, все. Все, сделал погромче. Для себя. Все, я говорю, дай бог, чтобы у меня все это работало. И хули мы не захватываемся, чудик, блядь. Давай, родной. Ну что это, блядь? Ну это вообще ебай угарных. Ну, заход отдельного окна, да. Вот это, да. Окно, блядь. Окей. О, нихуя себе, да. Все, чудо. Чудно, чудно. Все, надеюсь, в этот раз я... Вот. Нас интересует вот это. Здесь есть, кстати, сетевая игра. И вроде даже можно в, там вдвоем проходить кампанию. Ну, вроде, не уверен. А, вот, совместная игра, да. Нас интересует компания. 18+. Кстати, возрастные рейтинги, такая интересная вещь. Типа, в разных странах они по-разному, там, прям. И на фильмы свои цензоры, там, и всякие приколы. А, новая игра. Стрим будет, я не знаю, долгий, нет? Но это будет, скорее всего, один стрим.
Я не думаю, что меня что-то остановит. Так, да, продолжить. Тестил. Средняя сложность, не хочу я потеть. То есть средняя прям. Суровая проверка. Ну, на самом деле, можно реально на ветеране прям, в принципе, спокойно пройти. Ну, просто это будет заеб. Долго. Офицер нормальная сложность, как раз посерединке. А, ну если реализм убрать, да, то это чуть посложнее, чем серединка. Да, Назар, привет. Я не смотрел. Блядь. Чё так тихо? Очень красиво. Понятно, что это ролик. Кстати, очень скандальная игра. 24 часа назад. А, я забыл прочитать описание к этой игре. Отправил на склад новую партию хлоргаза, которую наемники этой ночью повезут автоколонной в Урзыкстан. При сопротивлении вам разрешено открывать огонь, но только не по российским солдатам. Международные проблемы нам не нужны. Нет гарантии, что российская армия не ответит. Я поняла, Алекс. Найдите газ, захватите все машины Баркова и быстро валите с точки. Вас понял, справимся. Нашумевшая игра, но все-таки для меня игра — это в первую очередь игра. Это американская игра, и она, понятное дело, что будет, ну, как бы... Хотя я бы не сказал, что в каждой части колды... Каждая часть колды, она своя. Она есть где и позадуматься конкретно, да, и про будущее подзадуматься, и про просто развлекуха дикая. И здесь вообще ебать непонятный, например, Black Ops, да. А я, знаешь что, описание не сделал. Ёпта удых, блядь. Ё-моё. Вот это я тарапуга в натуре. У меня все есть, и это займет 2 минуты, дай бог. Очень тихие ролики. Это то, что я заметил. И это еще, кстати, ну, у вас... Чуть погромче, чем у меня был, но я еле слышал это. Все, мощность наушников level 3. Поехали. Контент. Трансляция, бля. И вот здесь у меня было все ровно. Вот. Даже вот так вот скопировать, да? Да-да, здесь вообще про написание такое, блин, бум-бум-бум-бум, я бы сказал. Так, закрыть. Да, а то нагружать комп вообще не хочется. Да, у меня здесь про Call of Duty в описании ни слова. Все. Прочитай-ка я описание, значит. Modern Warfare 2019. Это перезапуск первой части серии Modern Warfare. То есть перезапуск первой части. Выпущен в 2007 году. Мы в нее играли, прохождение, все есть, плейлистик, все ровненько. Сюжет игры повествует о войне в Сирии и Ираке. В кооперативной игре рассказывается... А, ну это кооперативный. Интересно. Значит, игровой процесс в себя включает 5 группировок. САС, Алькатала, ЦРУ... Урзикстанское ополчение ЭВС РФ.
Действие игры происходит в двух вымышленных державах Кастове и Урзыкстане, где мы сейчас вроде и находимся. Главный герой — капитан Джон Прайс. Всеми, я бы сказал, известный реально. Кто в колду хоть в пару частей играл, я думаю, знает. Даже кто не играл, мне кажется, знает. Все, вот сейчас, сейчас будет вообще, будет бом-бом, бля. Давайте зайдем в звук. И, может быть, здесь есть. Во, громкость роликов в компании. Ну, что-то тихо реально было. Давай 20 сделаем, чтобы не оглохнуть. Что-то я пропустил в данный момент. Все, игра полностью на русском, все четко. Не знаю, кому может интересно, я сразу вначале покажу настройки, какие у меня тут стоят. По выбору 175, насколько я помню, да, лимит кадров. И вот производить именно настройки графики. Гонял с фовом 90, тестил. Что-то мне не понравилось, соточка оптимально. И ни много, и ни мало. Ну, предтоповые настройки, я бы сказал. Ну, некоторые просто выключены за их бесполезностью, я бы так сказал. Я немного сам такой сейчас. В бугурте. Чай, кофе. Надо потанцуем, ёпт. Сейчас я возьму. Реально, а то очень. Я сегодня 3 раза спал. По чуть-чуть. Прям по 1.5 часа. Так, операция «Туман войны», сложность офицер, цели исследовать объект. Тут я, в принципе, знаю, что делать. Сейчас будем вспоминать кнопочки. Входим на базу. Идем. Всем отрядам копье пробиваться к точке. Понял. Выдвигаемся. Как нам по звуку? Надо поторопиться. Люди Баркова сегодня перевозят газ. Каковы шансы, что мы наткнемся на генерала Баркова? А вот там. Русского генерала тут точно нет. Вот у нас режим стрельбы. Давай переключим. Осторожно. Сюда, наверх! Я слышал! За гребнем! Слышу двух. Ищут нас. Очень темная два миссия. Наемника, без формы. Так. Что-то слышу. Сейчас. Эй! Кто здесь? Выйди! Покажись! Интересно, просто что будет? Можно их снять. Все чисто. Понял. Вставайте на гребне, давайте осмотримся. ВПС, кому интересно... А, не захватывается. Ну, 100 где-то, 150. Ну, короче, Синевики около 100, я бы сказал. Я эхо 3-1. Прошу поддержки. Ждите подтверждения цели. Понял вас, 3-1. Викинг ожидает. Режим наблюдателя. Разведай местность. Убедимся, что там нет России. Через главные ворота заезжает машина. А, вот она, да. Вижу один грузовик. Газ повезет. Машина поехала. Какой-то патрульная газ. Патрульная машина. Наемники. Охрана. Разрешенные цели. Да здесь все разрешенные цели. Зови авиацию. По сути. Синий Викинг 5. Я эхо 3-1. Играем за Алекса. Солдаты на открытом пространстве. Южные ворота. Разрешаю атаку. Понял вас, 3-1. Цель захвачена. Атакую через 5 секунд. 5 секунд. Это много маленьких. Ёпта, блядь. Охереть, нахуй. Два истребителя. И все, нахуй. 3-1. Цель поражена. Викинг уходит на базу. Доброй охоты. Спасибо большое, Викинг. Дальше мы сами. Прикольно. Значит, у нас антигерой дикий — это Марков, правильно? Внимание. Солдаты противника. Бля, так непривычно, жестко. Подожди, пусть подойдут. Здесь люди.
Найдите их и убейте, иначе генерал убьет нас. Угу. Рассредоточиться! Если что увидите, стреляйте! Вот это сложность, вот это я понимаю. Блин, ЦРУ прямо с места в камере. Вот это сложность. Внимание. На рядовом я их под как щебечки расщелкивал. Ну ладно, офицер так офицер. Сложности я не буду снижать. Подожди, пусть подойдут. Здесь люди. Найдите их и убейте. Окей, давай попробуем подождать, реально. Ты чё, охуел? Это моя точка, блядь. Рассредоточиться! Если что увидите, стреляйте! Всё, валим их. Ну да, здесь скрипт такой хороший. Контрольная точка достигнута. Кажется, кто-то играл с огнем. А нечего было химикаты распространять. Е у нас это флешка. Ну и G, средняя кнопка у нас это... Это я для себя даже говорю. Блин, ебать они дышат, нахуй. Жёстко, ладно. Здесь огонь! Пожалуйста! Помогите! С пистолетом. Посмотри на эту картинку. Ёп, что, бля. Очень темная миссия, но у вас она чуть поярче выглядит. Уже огонь! Я пытаюсь... Беру на себя. Понял. Копье идет к тебе. Какая же картинка дикая. Н. Что такое Н? А, это фонарик. Вспомнил, да. Элемента неожиданности у нас нет, парни. Так что глядите в оба. Калашек. Ну, я даже смотреть не буду, в принципе. Вот сейчас будет будем прикольно. Чеку, мы заходим вслепую. То есть пока игра с нами знакомится, и мы с ней. Вот я не понял, вот эта кнопка? А, вот это... А, ага. Все, я понял. Так, в прошлый раз я вот так делал. Я сейчас расскажу, на каком моменте я проходил. Сука, блять, так темно, что ни хера не видно, блять. Хотя яркость на мониторе сейчас большая стоит. Конечно, не максимально, но не маленькая. Очень хорошая сложность. Бля, аж задор такой появляется, понял? Аж задор такой идет, бля. Ну сейчас потихонечку. У него фонарь! Убить по нему вдолбьёшь! Я говорю, я прям не вижу ни хрена, бля. Реген долгий. Смотри. Граната в укрытие! Заберитесь, когда вы не на линии огня! Они задели между зданиями! Блять! Я, кстати, здесь заметил. Релоуд. Какие-то сервера, типа. Сучара, бля. Говорю, сейчас я к управлению привыкну, бля, ребята, и вам будет всем пиздец. Да, может, чуть-чуть бы сенсы подкинуть, реально. Так, блядь, ёпта, мать, 6,5. Давай 6,7, и будет бомбом, нахуй. О, ну да-да-да, что-то типа того. Давай-давай-давай. Поехали. Давай сюда! Пулеметчик убит! Молодец, Сэро! Ну, на единичку и на Q меняется оружие сейчас. А, вот все, вот до этого момента я доходил, все, я дальше ничего не знаю. Вообще. Вот сейчас будет реально интересно для меня. Давай сюда!
Блять. Я думал через верх, нахуй. А тут, блядь, я испугался, блядь. Вижу врагов. Они уходят к складу. Лео, реально. Ну что, побольше света нельзя было дать, реально. Ну вы же знаете, что, сука, ну никто не любит вот эти темные миссии, где нихера не видно вообще, блядь. У нас тут рекорд. Попался. Тебе даже в самой реве мне яркость подкинута. Из-за этой миссии, 100%. Ну, то есть, о, какое отражение дикие, блядь. Понятно, что текстуры здесь, ну, есть куда расти еще. Ну, 19-й год игра, кстати. Чисто! Там должен быть... Ну, я, как бы, главный лозунг Call of Duty, что она должна тянуть реально на всех компах. И она это делала. Газ. Сейчас не знаю, поставили. Сейчас вряд ли, наверное. Чисто! 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 Внутри могут быть химикаты. Надеть маски. Опа. Начали. Какого хрена? Они свет отключили. Включаю фонари. Вообще, Попали. Еще хуже, бля. Темно, хоть глаз выколи. Да пиздец, ёпт. Ну чё, меня ждёт? Слышим, слышим, Попали. Флешка. Тот, кто вырубил свет, ещё здесь. Может, это от бомбежки? Нет, они здесь. Не прячутся. Погнали, сейчас скримеры еб... Это видели? Найти его. Я видел, я видел. Он убит. Да, братиш, я тебя видел. Погрузчик, склад, понятно. Осторожно. По-русски еб... Блять, он живой еще, прикинь. Вот он. Давай на всякий пожар. А, как Е, да? Своего охуй. Так, ну вот это у меня рукопашка. Бля, очень интересно. Сука, конечно, не видно, ни пизды реально. И то, кстати, у вас чуть поярче. Как кинул-ка я гранатку туда? Чисто! Все чисто! Давайте включим свет и найдем этот газ. Ну вот он. Понял, ты один. Еще. А вот и свет. Есть электричество. Эй! У нас проблема. Это русские солдаты. Вот это проблема, реально. Хранитель, я 3-1. Наемники Баркова, российский спецназ. Мы убили русских солдат. Надо срочно уходить. Ответ отрицательный. Командование требует выполнить задачу. У нас нет выбора. Как всегда, конец связи. Убедись, что это то, что нужно, и мы подготовим машины к выезду. Разве так анализ какой-то можно сделать? Джекпот, вижу газ. 3-1, принято. Загружайтесь и возвращайтесь на базу. Понял, выдвигаемся. Ну, как сказать, это, наверное, доказательство... Ну, как, весомое. Ну, то есть, типа, при операции был выявлен, там, бум-бум-бум-бум и так далее. Ты чё за кенты? А я? А. Давай со мной, садись спереди. Давай, родной. Что-то они как-то понял, я вижу, а они как-то хоп, и выехали. Откуда тачка, тоже всем непонятно. Всем внимание, мы едем к точке эвакуации, следить за секторами. Отлично, Алекс. Встречаемся у точки отхода. Машина! А каким образом она взорвалась? Мне это прям громко, реально. Я не думаю, что после РПГ можно выжить, но... 3-1, я хочу, как слышно. Алекс, как слышите, прием. Я помогу, 3-1. Копьё 7-5, нахуй. Вот это зачем переводить было? А им нельзя, кстати, умирать. Потому что хули вы тут забыли, пацаны, блядь. Это еще... Сиди, танцера. На Норуси. Маринс. Амритар.
возьми дарок, ворон. По станции. Ну тут, короче, вообще хуй пойми, что творится. Яла! Тут реально хуй пойми, что творится. Хранитель, я их отряди. Алекс, что случилось? Террористы. Убито много морпехов. Газ украден, нужна эвакуация. Вас поняла. В вашем направлении сейчас движется немало российских солдат. Держитесь, мы уже идем к вам для быстрой эвакуации. Конец связи. Теперь это операция под особым наблюдением. И что это значит? Что у тебя больше нет полномочий, полковник. Это мои морпехи. Нужна ударная группа. Это нецелесообразно. А это не тебе решать. Полковник Ласвелл. Генерал, мои люди... Норрис, оставьте нас. Да, мэм. Надо еще погромче. Проблема. Начальство Баркова отказало в мирном урегулировании. Шестой флот лезет в Черное море, а химическое оружие черт знает где. Ты везде наследила, Ласвелл. Разберись. Ясно? Генерал. Сейчас наше лучшее оружие — разведка. Пробовали мы разведку. Нужно что-нибудь получше. Кто? Звоните старичку, бля. Ласвелл. Где ты? Я занят. У меня проблема. Русские? Уже знаешь. В руки к террористам попало химическое оружие. Они могут быть где угодно. Париж, Нью-Йорк. Лондон. Когда начнем? Мы уже. Лондон. Сержант Гэрик, прием. Гэрик слушает. Высокий уровень угрозы. Вероятно, несколько террористов. Смертники или что похуже. А снайперы на позиции есть? Нет, сержант. Мы не можем зря тревожить публику. Террористы тоже это знают? Не превращайте Лондон в зону военных действий. Ясно? Да, более чем. Отбой. Мы сами по себе. Пам-пам-пам. Вот так. Справимся. Ну что, за работу? Принято. Опять ночная. Ёп, что ты, блядь. Внимание, белый фургон. Все по описанию. Это они. Ворон, я Сабля. Машина движется на север. Выходим. Какое-то палево. Влад, тут тонер, блядь. Может, он тут есть? Понял. Сейчас видно, что есть. Необходимости в бой не вступать. Сейчас видно, что нет. Вот ебать странно, нахуй, конечно. Сука. На штурм, пошли! Они здесь, братья! Они здесь! Живее! Полиция! Стоять! Руки вверх! Быстро! Лечь на землю! Сейчас же! Они уходят! Долбоебы. Кто так делает, блядь, операцию? Чисто! Все! Руку убили, суки, убили его! Там два. Что за хрень тут происходит? На Пикадилли Серкус взрыв, стрельба, ранены полицейские. Калаши уже. Срочно врачи сюда. Ну, автомат имеется в виду. Смотри, что они с нашим домом сделали! Еще не все. Пошли. А, у нас YouTube, значит... Не вывозит, не вывозит. А, продолжаем, продолжаем. Ну, пока реально интересно. И очень так, визуально красиво. Стреляют из АК! Да, зато у нас чертовы пуколки. Сука, кто стреляет, блядь? Сука, еще цивилины, блядь. Ой. Всем постам, всем постам. На Пикадилли Серкус теракт. Несколько атакующих. Тут IC-1. О! Уходите отсюда! Они бьют по гражданке! Налево или направо, сэр! За мной идите! А, по-быстренькому. Хули они стреляют, блядь, ослы ебаные. Тихо, малые. Они стреляют из стрелы на белом здании.
Ебать! Ты видел, что он сделал, нахуй? Ебать. Это что-то с чем-то, я бы сказал. Ладно, сейчас чуть кое-что. Это чуть подальше. Вот так чуть. Ебать, нихера себе, блядь. Ладно, давай. Сейчас я, блядь. Сука, ебаные, блядь, террористы, блядь. Хуеть, дурак, нахуй. Ладно, давай сейчас с этого фланга, блядь. А как? Подальше, да? Ну, не, это как... Круто как задумка, блядь. В плане, ну, реализация хуйня. Типа, блядь... Четвертый раз я это перепрохожу, что это такое, блядь. Типа. Я уже две... Походу, его не убить. Тихо-тихо-тихо. Я, походу, два скрипта словил. Я не понял... Блять, кто в меня стреляет, нахуй? Да, я, походу, два скрипта. У меня с двух сторон, бля. Пум, они взрывались, нахуй. С окна, блять, ты прикинь? Как тут выжить на такой сложности? Где, блядь? Жди, блядь, выезд, нахуй. Сейчас поближе мульку посмотрю. Потихонечку давай. Прям реально потихонечку. Вот он. А, ПТ нет. Ладно, давай, попробуем. Они отступают из здания танка. Здесь много стрелков. Юг, юго-запад и север. Антикады повсюду. Ворон, я Сабля 2. Срочно шлите нам подкрепление. Стреляй в него, стреляй! Может, ему в голову, блядь, стрельнуть? У вас... Пару раз. Бля, вообще. Ну да, скорее всего. Где? Стрельни, стрельни. Вот он. Ворон, я Сабля 2. Надо искать на этот оружие. Войска оповещены. Сдерживайте угрозу до их прибытия. Понял, сержант. ФР. Подозреваемые отступают в здание танца на северо-западе. Всем отрядам стянуться к зданию танца. Срочно! Всем постам! Подозреваемые заблокированы в здании танка. Возможно, там заложники. Держать периметр! Всем отрядам! Ворон, я Сабля 2. У здания танка ранены полицейские. Ранены полицейские! Сержант, нам надо Нет, по три пули стреляют, ебать. Ну это очень жестко. Ну, то есть, тут я опять чуть не умер, типа, блядь. До здания танка.
Известно что-нибудь про заложников? Контроль, точка, все, зависит. Ждите. Я один тут, да? О. Автоматы! Нужен троянец! Срочно! Прием! Свои, свои! Я понял. Оружие есть? Да, сэр. Капитан Прайс. Сержант Геррик. За мной. Сука, вот все равно по громкости вопросы есть. Ты общую громкость ставишь диалогов, а какие-то громкие диалоги. Ну, какой-то громкий персонаж, вот Прайс громкий. А этот тихий. Ну. И в чем прикол? А если бы не было? Надо проверить углы. У меня оружие интересно. Заложники, наверху. Прошу, помогите! Тихо, мало, сейчас. Помогите! Помогите! Ну, более аккуратная работа у нас будет. С пистолетиком. А чего не связ... А где все? Снимите ее с меня! Пожалуйста, снимите! Сержант, иди сюда! Помогите! Я не террорист! Я не хочу умирать! Пожалуйста, друг, я не хочу умирать! Я хочу помочь! Не получается! Хочу поможешь? Я хочу увидеть девочек увидеть! Хочу увидеть девочек! Сейчас рванет! Не могу снять! Не могу! Помогите! Помогите! Ну как нет, блять? Ты сейчас въебет он, блять. Ну и все, ну сам будешь валяться, блять. Всем постам. Бомбы больше нет. Выходим, готовьте врачей. Какой-то молодой он тут. Прайс, ну он другой, наверное, человек именно. Мы вас выведем. Вот тут Прайс — это легенда. В норме. Идем. На бомбе, кстати, никто таймер не ставит, мне кажется. Ну, долбоебизм, нахуй. Блять, ну я ночью так тестил, хуй, на 50 тысяч битрейта, все ровненько, сейчас YouTube что? Сейчас касцена, я не могу ничего сделать. Ты сегодня спас людей, сержант. Лучше бы вообще без этого обошлось, сэр. Нас послали с пустыми руками, чтобы все мы могли делать вид, что войны нет. Да, нет войны, блин, как же. Тогда почему нам связывают руки? Черт возьми, пора начать драться в полную силу. Сэр. Давай. Сейчас свой отряд возьмет. Или с чё? Такими ограничениями у нас нет шансов, капитан. Как же жестко. Пускай они говорят, как нам делать нашу работу. Эту ячейку вели неделями. Так у тебя есть ценные разведданные? Да дофига, сэр. Ладно, Гарик. Ты со мной. Ответственность взяла Алькатала. Но приказ... А, эскейп не работает. Из Узбекистана. Там Алекс ищет украденные химикаты. Ему нужна будет помощь фронта освобождения, так что пусть свяжется с командиром. Знаешь командира, Карим? Мы знакомы. Сошлитесь на меня. Все через жопу, нахуй, как всегда, ебать. В чем проблема, блять? Ну, это не у меня проблема, это Ютуб. И что передал капитан Прайс? Командир Карим? Меня зовут Алекс. Я слушаю, Алекс. Это засекречено. Идите, братья, готовьтесь. Не работает эскейп. А битрейт в жопе. Двое суток назад террористы украли груз русского газа. Блядь. Так поступает только Алькатала. Люди Баркова не различают Алькаталу и ваших бойцов. А для меня нет разницы между Алькаталой и людьми Баркова. Они все террористы. Мы бы никогда не стали использовать яд. Надо найти его, пока... Пока что? Не увезли в Европу? Или Америку? Мы с этим каждый день живем. Командир, уже пора. Кто это? Алекс, это мой брат и заместитель Хадир. Вы из ЦРУ? Он работает с капитаном Прайсом. Так вы убиваете людей Баркова? Есть друзья, они могут помочь. А решать уже вашей сестре. Конечно. Моя сестра командир. А люди Баркова все еще здесь. С оккупацией надо кончать. Хоть с этим мы с вами согласны? Mm. Люди генерала Баркова контролируют город. У нас есть план, как это изменить. Ракет у нас нет, но методы есть. Если ты с нами, мы поможем. Но ты должен сражаться.
Что ж, за дело. Добро пожаловать в Урзекстан. За мной. Ой, блядь. Почему нельзя эскейп? Спасибо, блядь. Ёбаное говно, блядь. Пиздец, блядь. 18 тысяч битрейта ставлю. Думаю, ну мудозвоны, блядь, просто мудозвоны. Если сейчас на 18-ке будет лагать, я буду, придется мне менять сервер именно на резервный ютуба. Ну просто, просто, блядь, идиоты, нахуй. Не знаю, я сейчас вот это я открою. Качество, блядь, соединение отличное, нахуй. И шаки, блядь. Ну, говорить точно, ну, как может быть, ну, типа, нет, это YouTube. Причем здесь мой интернет? Не может быть такого. Вчера 50 тысяч, полетели, ёпт. Сегодня просто, блядь, до 6 тысяч, нахуй. Сейчас 18, дай бог, стоит. В принципе, это стабильный битрейт должен быть. Но до этого он стоял 30, в начале 50. Наша жизнь. По нашим данным, русские командиры сегодня в городе. Устроим им засаду. Вот это я не понимаю. Взрывчатка. Это их отвлечет. И оттянет охрану с русской базы, что даст нам возможность атаковать. Мы должны отдать все силы. Если увлечься, можно потерять и себя. Готовься к атаке на базу. Удачи. Алекс, бери заряды. Взрывчатка с удаленным подрывом. Спасибо. Присмотри за сестрой. Удачи. Вообще, хуй пойми кто, хуй пойми откуда. Что за люди, блядь? Здравствуй, Тарик. Сюда. Пара, вот это именно. Скорей. Американец? Он надежный. Как швейцарские вот, часы. Алекс. Надень. Гражданка. Ну, конечно, все равно полево дикое. Как я выгляжу? Сойдет. Тарик, какие новости? Русские рядом. Если они увидят ваше оружие, начнут стрелять. Тогда наш план провалится, еще не начавшись. Алекс, оружие нас выдаст. Не показывай его русским. За мной. За тебя езды сегодня не будет! Я генерал Роман Барков. Главнокомандующий. Войска Баркова заняли весь город. Сегодня все будет очень строго. Прибывают офицеры. Тех мало. Сам Барков будет? Вряд ли. Он прячется, пока другие делают за него грязную работу. А почему нас не трогают? Что за грязная работа? Наказание. Мужчины работать! За то, что женщины к машинам! Здесь мы разделимся. Делай, что скажешь, чтобы не выделяться. Работай давай! Черт. А-а-а. Я ничего не понял. Пока другие делают за него. Здесь грязь. Мы разделимся. Что делать-то, блядь? Что за грязная работа? Иди. Наказание. Еду, ебать! Бам, пынули! За то, женщины к машинам! Здесь мы разделимся. Делай, что скажешь, чтобы не выделяться. Исачко! Работай! Без глупости! Будет главный путь. Я найду тебя на той стороне. То есть этот раз я стоял, меня убили. Шел, меня убили. Что за хуйня? Ну мне это уже не нравится. А у меня бы не хуй. Женщины к машинам! За то, что сопротивлялись, здесь мы разделимся. Делай, что скажешь, чтобы не выделяться. Может, у меня не спрятано оружие или что? Блять, ну или это баг, нахуй. Что это такое? Пока другие делают за него грязную работу. Что за грязная работа? Не сачку! Черт! Я их сейчас убью, нахуй. И ну им всем пиздец сейчас будет. Прячется, пока другие делают за него грязную работу. Что за... Моментально. Я бежал, нахуй. Работа, я не знаю, блять, может, прячется, чё? Пока другие делают за него грязную работу. Что за грязная работа? Мужчина работает! Наказание. Женщины к машинам! За то, что сопротивлялись, здесь мы разделимся. Делай, что скажешь, чтобы не выделяться.
Не подходи. Кто это, блядь, миссию делал? Вы сами в нее вот кто-нибудь играл? Реально, ну это просто... Ну ты, блядь... Я обычно не придираюсь, но ебай, я в пятый раз, нахуй, уже тут иду. Я уверен, что сейчас будет то же самое. Что за грязная работа? Мужчина работа! Наказание. Женщины к машинам! Работай давай! Может, мне не надо в него, нельзя врезаться? Или как в очереди, не знаю. Что это? Что это такое, блядь? Мужчина работа! Наказание. Женщины к машинам! За то, что сопротивлялись, здесь мы разделимся. Делай, что скажешь, чтобы не выделяться. Работай! Прячется, пока другие делают за него грязную работу. Что за грязная работа? Мужчина работает! Наказание. Женщины к машинам! Не сочку! За то, что сопротивляются, не разделяются. Делайте сразу, что сопротивляются. Бегу. В самый момент, вот я промшив сейчас нажимаю. Пока другие делают за него грязную работу. Поехали. Что за грязная работа? Мужчина работает! Наказание. Женщины к машинам! Работа. Контрольная точка, может, у меня неправильно, или какой-то скрипт не так работает. Ну, я начинаю гуглить, это уже не весело. Может, налево? Не, я на Ютубе буду сейчас смотреть, куда идти. Ну, это просто пизда какая-то, идиотская хуйня. Так, идем, да-да-да. Вот они идут. Вот. Вот мой момент. Сейчас я смотрю. То есть даже, тут даже не очевидно, куда идти. Блядь, ну это долбоёбство, нахуй. Даже в табе нет. Понимаешь? Нету даже в табе. Ну и чё, нормально? Пройти через здание, написано. Пройти дальше. Вот. Точку здесь надо ставить, понимаешь? Ну непонятно же, что... Ну непонятно же, что кирпич, блядь. Еле идут, ебать. Хули от них толку, блядь. Тоже идиоты, нахуй. На три овощи, блядь, ходят, сука, по одному кирпичику носят. Ну такая глупость, пиздец. Я прошел. Вот дальше я не знаю, что. Иди налево, по переулку. Иду. Видишь того солдата? Вижу. Сейчас ему кирпич въебу. А ну стоп! Нет, нет! Пожалуйста! Убери его. ЛКМ, блядь. Карим, береги себя, сестра. А ты находчивый. Хорошо. Лучше калаш, чем бетонный блок, как по мне. Пошли. Я поставила дальше своих людей. Спрятил. У них будет для нас взрывчатка. Мощный взрыв оттянет войска от русской базы. Так. Черт. Солдаты Баркова нашли моих людей. Они, наверное, уже мертвы. Шуметь нельзя. Нужен глушитель. Найди масляный фильтр.
Используй его как глушитель. Это не так работает. Ну ладно. Поищи в гражданских машинах. Я пригляжу за охраной. Тут должен быть, может. Здесь пусто. Ищем дальше. Ты кто? Вряд ли здесь. Здесь, может? Не. Хотя он должен быть здесь, в этой тачке. Проверь гараж. Такой первый раз вижу. Да, длинный такой. Хорошо. Возвращайся и заходи справа. Это вообще пиздец. Ты ля прикол. Обойди машину. Справа. Не, Барков просил взять кого-то живым. Бери двоих, остальных снимай. Рабочая сила. Пав прислуги, мужиков, какого чёрта? Идиот, смотри, куда палишь! Не пизди, ты чё, ёпт, Вася, блядь. Чисто, не шуми. Ёбаный ваш рот, блядь. Уедь. Стой, к двери не подходи. Осторожно. Могут быть растяжки. Взял на прицел? Да. Ага. Займись двумя, я беру на себя третьего. Сучка, бля. Чисто. Сюда. Третьего, блядь. Жаль твоих связных. Взрывчатка у нас. Их жертва будет не напрасной. О, а как метать? Это надо, подожди. Это интересно. Это такого... Такое было, но давно. А, значит, оружие, снаряжение. Поехали. У меня есть куда поставить. Была мышка нарисована, но, как я понимаю, кнопка не забинжена. Тактическое снаряжение, очки. Есть, надо искать то, что вообще не стоит. Кнопочка-то. Установка на упор. Это у нас стоит, да. А, вон, боевое снаряжение. G. А, то есть... А, гранат нет, хули, да. Гранат нет и ножи. Я все понял. Я понял. Спрячь оружие. Мы выходим наружу. Давай. Ножи есть. За мной, я проведу. Но нож, мне кажется, это такое ненадежное оружие. Ну, то есть ты его кинешь, блядь, чел просто... О, что там? И пиздец. Еще может неправильно полететь. Ветер, блядь, не ветер. Так, ну, пропуски были чуть-чуть? Сейчас вроде нет. А, как только сказал, все. Это блядство, по моему мнению. Если идете против генерала Баркова, из вас сделают пример для остальных. Ебать, защитите, блядь. Что за хуйня? Просто кранул, блядь. Оп. Еще и так высоко, блядь, понял? Что это? Достаточно нажать там, блядь, во. Пожалуйста, ей просто задеть. Я сам вижу, что с ней. Ты понимаешь, почему мы это делаем? Они повешены, потому что не подчинились нам. Теперь смотрите на них. Идем дальше. Видите? Если вы нас слушаетесь, это же военное преступление. Наказание за украденный газ. Мы уже договаривались об этом. Барков хочет преподать урок. Что мы можем сделать? Выполним свое задание и положим конец жестокости Баркова. Ну да. Еще хуй пойми, за кого мы играем, блядь? Что делать, блядь? Ну понятно, что делать. Сюда, вверх по лестнице. Барков посылает вертолеты. Мы их сбиваем. Сюда прибегают солдаты с базы. Ага, и нам дают пизды все. Да, ставь взрывчатку на вертолеты. Я тебя прикрою. Паркур? Если будут охранники, снимай их, но бесшумно. Бесшумно. Встретимся тут, когда ты закончишь.
Вниз спускаться, да? Их маленький, ага. Какой-то прицел взял. Спрячь, блядь. Ебать, их там три. Я их там бы всех не убил. Если будут охранники, снимай их, но бесшумно. Встретимся тут, когда ты закончишь. Ну запрыгни, блядь. Ладно, давай сюда. Вот сюда давай прицел поставим так же. Как они не видят калаш? У меня же калаш с собой. Ну вот конструкция. Ладно, давай сюда. Здесь, в принципе, понятно, что. Понятно. Как туда пройти? Ой-ой-ой. Промахнулся. Эбле. Кстати, оригинальное качество, без DLSS, все ровненько. Так. Вот, вот проход туда. Но мы сюда. Минус два. Хорош. Минус два. Интересно, есть что? Какой-нибудь приколюшка, какая-нибудь фишечка. Ну, давай. Контрольная точка. Я у цели. Ты знаешь, что делать. Заряд заложен. Вот теперь они отвлекутся. Ебать, стелс. Хотя, может, это минус, что я их не убил. Потому что они же меня палят, суки. Да, они меня палят и спалят. Поэтому надо их ебануть. Где-то я это слышал. Надежный план. Страна потеряла слишком много славных сынов. Преступники и террористы разрушают эту страну. Но сегодня... Такой букет дикое. Мы им покажем, что будет с теми, кто не подчинится мне. Так. Иди. Секунду. Да, звонок был. Че ты гудишь? Собачка. Стой! Стою. Там охранник. Наверху лестницы, слева. Слева? Слева забор. Это справа, ёпт. Сука, шо у тебя, блядь, с этой? Я
прикрываю. А, она его убила. У тебя кошачья реакция. Ага, реакция. Вообще-то я... Вообще-то? Я его первый убил. Враги могут быть даже среди ваших. Заряды заложены. На среди родных. Враги, бля. Бля, да хули ты гудишь? Предатели и заговорщики в наших рядах причиняют... Не будем, да? Трогать собачку. Новый, может, типа, что-то сломался. Возвращайся сюда, Алекс. Каждый, кто помогает извинить, калаш. Будет приговорен к смерти. Ну, с пистолета более как тоненькая такая работа, тонкая. За время, Алекс, моего сюда. Командования... Тихо, мол. Жизнь в Урзакстане стала намного лучше. Все, я тут. Чисто, пора. Со своими самыми верными и послушными... Подрывай. Внимание! Охренеть, Алекс, здорово! Теперь сюда! Жди! Налево! Вниз, может? Не стреляй! Они тебя заметили! Еще охрана ждет! Блять, с таким тиммейтом только, блять, сосать нахуй, я не знаю, ну пиздец! Налево! Куда налево, блядь? Охренеть, Алекс, здорово. Теперь сюда. Сюда. Налево. Жди. Налево. Налево. Не стреляй. А я и не думал. Смотри, сработало. Сюда бегут солдаты с базы. Так, ну, пора время калаша. Теперь мы их подорвем. Давай, под машину. Там еще враги. Не отставай. Блять. Пистолет возьму. Прощальный подарок по случаю их возвращения. Какая щедрость. Жаль пропускать шоу, но нам пора начинать атаку. А чем прикольно жопу подрывать? Надо же вперед подрывать. Там и двигатель, там водитель. Следующая улица выведет нас обратно в тоннели под дом Тарика. Ну, понятно, что там, если как ебанет, то ебанет все равно. Вот черт. Вот ты дура, бля. С тиммейтами такими только охуевать, блядь. Нас окружают. Сейчас будет взрыв. Направо, Алекс, направо. Ну куда? Это лево, блядь. У меня это лево. Окно. Ну и чё? Какой баке ебанутый, реально? Фара, это что еще такое? Вай, ложись. Спрячь оружие, их слишком много. Три? Их слишком много. Четыре, пять, шесть. Ладно, многовато. Тут моя ошибка. Да. Это на улице рвануло. Ложись. Прячь оружие. Их слишком много. Не шевелись. Не двигай головой. Вообще, вот я контрол только зажал, не знаю зачем, но я его держу. Просто прилечь, это С. Стой. Стою, стою. Сердце вон бьется. Долго-то, конечно, я заснул. Молодец. Четыре просто далеко ебать. Спать. Тоннель, быстро. Там могут быть еще враги. Приколы есть тут, а? Так, вот это у нас рукопашка? Да. Алекс, сюда. Да я тут, блядь. Смотри, подкрепление с авиабазы. Наш план сработал. Стой. Есть. Черт, у Тарика открыта дверь. Где Тарик? Мертв.
Он никогда бы не покинул свой пост. Пошли. Блядь, далеко она, сука. Чисто. Чисто, чисто. Давай спускаться. Пойдем, давай, давай. Блядь, ну я все хочу... О, Колян. Какие-нибудь прикольчики найди. Ладно, давай. Вы потеряли хороших людей. Такова цена войны. Мы должны захватить авиабазу, чтобы их смерть не была напрасной. Нас ждет трудный бой. Их тоже. Двоем. У Хадира есть план. Нахуя тут мышка появляется? И теперь у меня... Вот теперь, не... теперь пропал. Я устроил лавочку у базы Баркова. Следить за этими гадами. Друзей держи близко. Врагов еще ближе. Я говорил, у нас свои способы. Гранат нет, мы импровизируем. Неплохо. А ты думал, мы камнями и палками воюем? Лейтенант, это для адской пушки. Быстрее, брат, так точно. Барков понимает только насилие. Ебать, я покажу ему насилие. У Баркова есть авиация. Коряк? Мы обзавелись. Ну нет, коряк. Брать коряк вместо калаша, не. Лучший стак вообще. Если у тебя два оружия, то это ПП и винтовка. Быстрая. А если три, то пистолет. Хотя нет. Обычный ПП. И снайперка. Полетела птичка маленькая. Отлично, запускай вторую, как прорвемся. Мы готовы? Да, командир, полетели. Алекс, тарань вертолет самолетом. А? Готов. Ебать. Лети ниже. Авиабаза прямо по курсу. Ниже. Ниже тоже ебалово. Вижу площадку. Врезайся в вертолет. Вон он. Целься, вертолет. Отлично полетали. Спускаемся к ним. Периметр авиабазы прямо. Вторая команда прикроет нас. Коряк, еще раз мне игра предлагает. Но я не могу, сука, сменить оружие. Никак. Я говорю, можно прям полмиссии сосать из-за того, что ты взял коряк. Я эхо 3-1. Местные войска. Ну, лучше с калашом. Прошу поддержку с воздуха. Поняла вас. Блин, мы не знаем, какое у нас второе оружие. Если дробовик, то вообще пиздец. Ты вблизи, ну, то есть, на среднюю дистанцию ты идиот, блядь. Потому что у тебя дальнобой и ближний бой. Понял. Готовьтесь. Мы атакуем их оружейные, забираем оружие и захватываем аэродром. Все очень красиво, вот за исключением, я бы сказал, растительности. Ти, сестры, мы сражаемся за Урзыкстан, за нашу хотя страну. Тоже ничего. За Урзыкстан! За Урзыкстан! Пушка, огонь! Летела. Охуеть, ебать. Пойдем! Огонь по мышке! Бля, вот это вид. Ну, то есть, это реально реалистично. Какой-то хуй пойми забор. Ну, ебать, ну он не подсвечивался, ну. А, мужи, муж коряк, блять, как второе оружие предлагалось. Кто, блять? Вы что, ёбнутые, блядь? Вертолёты противника! 47, АК-12.
Ну, я попробую. Беспилотники готовы. Подбивай вертолеты. По 12, АК 47. Я понял. Ну, да, ошибка. Блять, ну в натуре я что, без коряка буду? Ну это вообще хуйня. Да понял я, малый. Жи, что за... А где он? Так это не вертолет, ёпта. Да ну, и у меня не будет коряка? Ну это хуйня полная. Да я понял, сейчас въебем. Молодец, Алик. Ты настоящий ад. Флаг на крыше. Конечно. А вот снайпер, это плохо. Где он, блядь? Бля, вот такой неприцельный огонь, реально, не... я не вижу никого. Такая хуйня тупая. А назад нельзя уже, да? Прикинь, какой скрип дикий и тупой. Он меня пытается стрелять. Проблема в том... что коряк далеко. И это проблема. Может, тут какая-нибудь имба лежит? О, прикольно. Сука, как жалко, что нет коряка. Ну вот как я здесь пройду? Вы шо, ёбнутый? Алик, самолёты готовы. Молотов пошёл. Молодец, Алик. Ты настоящий ад. Граната! На крыше! Чё я ниже не могу? Потихоньку. Вот, видишь, почему потихоньку, бля? Потому что я только выхожу, мне сразу в ебасос дают. Тихо. Оп. Я уж тут без твоих, блядь, самолетов сраных. Вот они заебывали очень сильно. Как выйти, блядь? Яблочко, Алик. Молодец. Все. Следующие волны. Иди к черту. Дурак, что ли? Ну-ка, давай. Вспомни молодость. Молодец. Я. Следующие волны.
Бля, отдача, сказать, хорошая. То есть ее реально приходится контролить. Ну, потихонечку. Не знаю, я нажимаю все равно, чтобы было. Сейф-зона. Последний самолет ушел. Сейчас будут еще. Хуя себе. Вот так умираю, может реально ебануть кого-нибудь. Вы куда стреляете? Вы ёбнутые? Они сюда стреляют, те туда. У вас все за головой, хорошо? У тебя все нормально? Ну это ж просто пиздец. Да ну нахуй. Арсенал. Ну это такой палёнах. Кто так делает? Так же никто не делает. Да, все таки элементарно. Тут... Сейчас. Кинь. Значит, ты не один. Первое оружейное зачищено. Отлично. Собираемся снаружи. Подожди, подожди. Площадка за воротами. Все сейчас. К воротам. Подожди, Скар, не-не-не, мне это не интересует. Вот ПП неплохо. АК какой-то продвинутый. АК-12. О, попробуем. Под ствол, кстати, в нем есть. Это с большим рожком. Он у меня в руках сейчас, калаш. А, дробовики. Вот это что? Ну не похоже же. Дробовик какой-то мощный. Скар. Блять, вы в натуре охуели. У вас даже нет этого. Ну, винтовки человеческой. Блядь. Б. О. Ну, давай так хотя. Не открывается. Дьявол! Нам надо прорваться. Другого пути на площадку нет. Я знаю, что делать. Буду таранить. Отходи, Алекс. Хранитель, я 3-1. Мы идем на площадку. Где авиаподдержка? Эхо 3-1. А, скриптовый вертолет. Мы потеряли группу Армена. Самолеты в воздухе, Алекс. Я понял. Алекс, уничтожь этот вертолет. Чаще. Алекс, направляй самолеты. Сбивай вертолет. Чисто сработано. Прямо в цель, Алекс. Да ну. Вертолет сбит. Надо ХГ, конечно, убивать вначале. Охереть, ебать вас там. А ну-ка. Тихо, мало. Две пулечки, бля. Запиздошил. Иди к черту!
там. Сохранить источники угрозы в контейнерах. Вообще, вот его не видно. То есть, в чем прикол игры? Их реально противников, но ты их не видишь. Я не пойму, кто откуда стреляет, ебать. Выбить нах. За мной! Прорываемся на площадку! Коряк, может? Ёп! Площадка впереди! Вижу! Брат, дай нам еще самолетов! Ладно! Вы идиоты, вы у меня стреляете же. Чё за хуйня? Это неадекватно. Смотри, куда палишь. Да вы конченые, что ли? Летит вертушка. До прибытия мы сами по себе. Самолета больше нет. Прости. Удачи. Где последняя оружейная? В ангарной площадке. Возьмем его, и база наша. Принято. Как там открытая площадь? Ты понимаешь? Ну, то есть, это чисто тир, блядь. Граната, я понял. Так, ладно, давай. Потихонечку. Тихоньку. Поехали. Вот эти подкаты, конечно. Бля, у калаша ебанутая дача, блядь. Ну как ебанутая? Ну вообще непривычная. Обычно в играх ты сидишь, блядь, чилишь колдеями. Ну. Тут ты потеешь, блядь. Внутри еще есть эти сволочи. Я их слышу. Алекс, открывай дверь. Сдавайтесь, Уля. Иди вперед, Алекс. Мы тебя прикроем. Заперто. На крыше есть люк. Алекс, помоги подняться. Ну, с дробовичка сейчас, блядь, выкурим нахуй. Дураков. Они же слышат то, что мы тут. Сюда, Алекс. Раз, два, три. Ебать, это дробовик, ебать. Опа. Последняя оружейная захвачена. Идите. А это на ее подыгре, знаешь, в чем был? То, что контрольная точка уже была, а ты одного не убил. Приколист. Ладно, продолжаем. Ко мне за припасами. Скорее, подкрепление уже на подходе.
Еще одна оружейная, давай пополним запасы. А, можно взять осколочные, можно молотов. Три молотова. Так. Огнемет. Драгунов. О, дробовик мне как бы... Алекс, ты нам нужен здесь! Да подожди ты, господи. Бой еще не окончен, вперед! А как вылезти-то, еб... Они отрубили свет! Нас скоро прижмут! У баррикады! Гранаты! Где укрытие? Вперед, заряжайте! Заряжай! Я лучше умру, чем буду кланяться этим свиньям. Ты жестко. Эхо 3-1, гадюка 1-1 на подходе. К бою готовы. Сообщите свою позицию. Гадюка, я 3-1. Черт, как же я рад вас слышать. В ангаре наши. Их обстреливают с площадки. Разрешаю вам атаку. Понял вас, 3-1. А, вот они. На подходе. Вижу цели. Ждите атаки. Ракеты пошли. Ракеты пошли. Захожу с 30 миллиметров. Бум. Мясо. Выйдите их в бронетехнику. Уничтожены. Врагов на площадке не наблюдаем. Прием. Понял вас, ракета на готове. 1-1. Атака закончена. Спасибо за помощь. Не теряйтесь. Ни за что, 3-1. Даже не сомневаюсь. Конец связи. Ну, видишь, правда, умеешь реально. Без твер... без... Столько плохих. Без жестких оружий. Стан одержал великую победу. Без сильных. Спасибо, брат. Пехота ничто. Мы сработались. Да. Мы выиграли время. Но Барков еще вернется. И мы тоже. 10 000. Алекс и силы командира Карима уничтожили передовую базу генерала Баркова, временно ограничив возможности вражеских ВВС в Урзыкстане. Надо действовать быстро. Сержант Герик, благодаря вашей информации, мы отследили ответственную за атаку на Пикадилли ячейку Алькаталы в Северном Лондоне. Ага. Три отряда САС проникнут туда, отработать информацию. Если Волк захватил украденный русский газ в Урзыкстане, его надо найти. Внимание, там могут быть некомбатанты. Действуйте осторожно. Кто? САС это... Ну, типа... Так, цели на месте. Спецот... Ну, спец, как сказать-то, блядь. Великобритания. О, у них, видишь, на шлеме. Лак. Секунду. Зачистка. Поехали. Пистолет и... С глушителем, кстати. Типа ППшки. Кстати, такие неплохие пистолеты. Ну... Автомат. Ну, это не ППшка, кстати, это автомат. Н это что? Ночное видение? Захожу в западный переулок. Понял. Ну да, эти висят.
Что здесь точка какая-то? А, лестница. Право 6, захожу внутрь. А, типа одновременно и сверху, и снизу. Тут реально. Поставлю чайник. Тихо. Так он их, наверное, там он не один. Мы вышли на связь с ультранационалистами. После атак они проведут атаку. Разберись! Твою мать! Они здесь! Кто ж знал, что он, блядь, в ручном режиме? В един... В один... Блядь, как... Сука, что-то слова. Тихо. И тут нет у него... С пистолета. Мы вышли на связь с ультранационалистами. После атак они проведут операции на востоке. Разберись! Блин! Твою мать! Вот дерьмо! Тихо, маленький. Готово. Альфа-3, вхожу через парадную дверь. Такой тупой, блядь. Реально, калаши тут еб... Кто? Да никого тут нет. А, третий уже этаж. Вот ночной видение, это заебись. Право 6, захожу на второй этаж. Мы как? Понял. Цели за дверью. Противник уничтожен. Не стреляйте! Два противника уничтожены. Принято. Ты меня охуелся. Я, ну, сначала меня в диссонанс вел, но я потом понял, что не, типа, что это дом конкретный, блять. И тут нет заложников, и не будет. Кто будет, это не то. Я кого-то не дает, что ли? Захватить этаж. Второй этаж захвачен. За мной. Ну, типа, не... Ладно, но... О! Чё это за стиль прицеливания? Браво, а, ну, кстати, так и надо. В принципе, здесь ближняя дистанция, здесь прицеливание. Никакое не надо. А чё это за... А, освещение, уровень освещения. Вон, смотри слева, прикольно. Где камеры? Давай даже чуть ниже сделаю. Потому что освещение... Да. Чуть-чуть вот так. Оп. Да, есть пропуски, но их немножко. Но сеть нестабильна сейчас. Пам-пам. О, прайс. Сюда, живо! Понял, выдвигаюсь. Их мало. Проверь все комнаты. Флеш, конечно, я так кинул херово. И на Е так непривычно. Этаж захвачен. Ребенок? Забраться у лестницы. Ну, броник, я броник спас, по сути. Может быть, кстати, наебалово конкретное. Браво 6, иду на четвертый этаж. Да, баба дело говорит. Блять, я чуть не убил, нахуй. Берите их. Ребенка успокойте. Сдавайся, сука. Я пока не буду стрелять. Я его даже не видел, кстати. Дикий тип. Не
сердца! Мой ребенок, не берите их! Пожалуйста. Ребенка успокойте! Готово. Последний этаж, веди. Заперто. Сейчас. Где он? Старайтесь брать их живьем. Живьем? Я тебя услышал. Лежать, лежать! Пожалуйста! Они не двигаться! Прикинь, как можно реально просто жестко пересрать, да? Челы заходят, вот такие, блядь, сука, это хуйня сверху, блядь, в брониках, блядь. Ну, то есть, фул. Там запакованы по самые помидоры, блядь. И на тебя направляют. Они заперли меня здесь. Стоять, сказал! А чё её вали? Чисто. Всем отрядам здание захвачено. Собрать информацию. Понял, босс. Да хотела что-то взять. Обыщи тут всё. Что-нибудь найдёшь. Охренеть. Что? Она тянулась за детонатором. Хорошо, что мы её сняли. То есть мы не ошиблись, сэр? Ну вот. Он ее снял. Мы теперь знаем, где волк. Чердак дома, где пряталась Алькатала, оказался золотой жилой. Кажется, мы нашли волка. Мы отследили, с кем они выходили на связь. След ведет в больницу Рамаза в Урзыкстане. Считается, что именно там прячется глава Алькаталы. Силы фары будут отслеживать активность террористов в больнице. Для наступления на комплекс можно задействовать отряд морпехов. Эхо-3-1 захватит волка, чтобы допросить его об украденном русском газе. Поняла. Держи нас в курсе. Мои солдаты подтвердили, больница в осаде. Алькатала прячется за спинами гражданских. Какой-то бред. Защищают кого-то. Или что-то. Чем больше мы выясним... Не работает эскейп, пока сцена идет. Ее можно пропустить, но... Все чисто, сестра. Хотя бы я должен ее увидеть. Хадир мой лучший снайпер. Ты можешь ему доверять. Как и другим бойцам. Морпехи хотят крови. Они пойдут на острие атаки. Я же говорила, что мы поможем. И ты держишь обещание. Я это делаю не потому, что обещала. Захватчикам моей страны наплевать на наши жизни. Газ убивает все живое. Даже растения в наших садах. Если ты так ведешь бой, ты мой враг. Исключение? Нет. Алькатала очернила имя моего народа. И мы заплатили за их преступление. Волк должен быть наказан. Ты должна присутствовать при его передаче Прайсу. А ты? Куда пойдешь, когда все закончится? Туда, куда пошлют. А выбор есть? Не особо. Поспи. Завтра важный день. Закрешись. А твои люди и ты? Мы будем здесь до рассвета. Это ровненько идет, более-менее, да? Я прикрою. Ну, более-менее ровненько. То пиздец, блядь, 8000, 4000, блядь. Блядский ютуб, сука. И именно сегодня. В день, когда я стримлю колду. А нихуя на стримлю. Надо, блядь, заново ее пройду, нахуй. Больница в конце дороги. Полкилометра. Я пойду с морпехами. Эхо-3-1. Сержант Грикс. Он самый. Просто Алекс. С местными нельзя. Это не я решил. Вы Карим? Именно. Ха. Отлично сработали с русскими. Общие друзья и враги. Удачи. Давай, до встречи. Ничего не понятно. Погнали, Алекс. Ну что, демоны, понеслось говно по трубам? Ура! Здесь будет очень много целей. Следите за окнами. Фиг разберешь, кто тут плохой, а кто хороший. Демоны, Сагуи. Гадюка 3-5. Гадюка, ты где? АВ. АВ ничего пока что. 1-2. Смог это, да? Сбор на перекрестке через минуту. Получайте! Держись ближе, Алекс. Кто-нибудь, приберитесь там!
Сержант, в нише растяжки. Что скажешь, 3-1? Вижу. Снимешь? Приступаю. Здесь чисто. Демоны, ленточка перерезана. Можно идти. Идем за машиной и не расходимся. Ура! Морпехи, вперед! Ё, твою мать, блядь. Пошли! Ставь дым и обходи поверху. Ставлю дым. Давай, давай. Пошли. Вперед. Блин, ну пропуски меня так бесят, нахуй. Ну чё, так сидеть ждать? Не, ну можно, в принципе.